ветер и хруст колес. Марсоход НАСА поделился новой аудиозаписью с Красной планеты. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА поделилось аудио, которое было записано марсоходом Пиорса Виренс на Красной планете. В будущем это поможет лучше исследовать Марс. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на пресс-службу НАСА. Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в тело Пиорса Виренс. В течение пяти часов Марсоход записывал порывы ветра на планете, хруст колес и пение двигателей. Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать, пишет пресс-служба. Отмечается, что, вероятно, микрофоны в будущем станут важным атрибутом во время дальнейшего исследования Марса и Солнечной системы в целом. В частности, оказалось, что звуки на красной планете распространяются дольше, чем на Земле, поскольку ее атмосфера является менее плотной, чем у нас.